Легендарный футбольный марш, игроки в белой и синей форме, изумрудный газон стадиона «Планета». Накануне Дня машиностроителей состоялся финальный матч Кубка Тверского вагоностроительного завода по футболу. Традиционный турнир проводится спортивным клубом «Планета» при поддержке Тверского регионального отделения «Союз МАШ России». Добрый вечер, спортсмены, добрый вечер, болельщики. Я рада приветствовать вас в преддверии Дня машиностроителя на нашем любимом стадионе. Спортсменам в первую очередь желаю красивой игры, болельщикам ярких моментов, ну и пусть победит сильнейший. Еще раз всех с праздником. Кубок Тверского вагоностроительного завода стартовал в начале сентября. Соперничество за главный трофей вели 9 команд цехов и подразделений предприятия. По результатам игр на вылет в решающем матче встретились команды Рамна кузовного цеха и цеха сварки металлоконструкций. Два фаворита соревнований. Достаточно интересный прошел у нас турнир. Амбициозная, честная, справедливая борьба. И как результат, финальный поединок достаточно тоже интересный. Мы сделали большой шаг в пропаганде футбола как вида спорта, в пропаганде здорового образа жизни наших заводчан. Поэтому приятно наблюдать за вот такими вот результатами. Финальный матч порадовал острым и упорным соперничеством на поле. Сотрудники завода продемонстрировали хорошую технико-тактическую подготовку по футболу. Никто не хотел уступать. И уже на старте соперники обменялись забитыми мячами. Счет 2-2 пообещал интригу и непредсказуемую развязку. Однако в составе белых оказался козырной туз в рукаве. Полузащитник Дмитрий Брия стал одним из главных героев финальной игры, забив 3 мяча в ворота синих. Автор хет-трика и принес победу своей команде. Коллектив Рамна кузовного цеха выиграл со счетом 6-3. Футболисты цеха сварки металлоконструкции стали обладателями диплома и подарков за второе место. Впечатления хорошие. Мы выиграли несколько матчей, вышли в финал, это очень почетно. Обыграли сильные команды, сражались сильнейшие. Считаю, достойно проиграли. Мы сделали все, что могли. На церемонии награждения команде Рамна кузовного цеха Тверского вагоностроительного завода вручили красивый кубок за первое место. Естественно, каждый игрок хотел сфотографироваться с новым трофеем и золотым составом. Мы не хотим никому его отдавать. Нам очень понравилась сегодняшняя игра. Центр Свар тоже одна из сильнейших команд. Победили 6-3. У нас Дмитрий Бри забил 3 очень красивых мяча. Ну и в общем, день удался, всем спасибо, болельщикам огромное спасибо, кто за нас болел, кто за них болел. Ну, спасибо, что организовали этот праздник.